Анна Маркова, наш новый вирусолог. Спецслужбы что-то потенциально опасное привезли. Значит, не сегодня. Отход отойдите. Спорим на обед, что там или мука, или порошок. Сегодня в 6 утра мне позвонили из Потребнадзора. Нужно проверить медкнижки и взять образцы крови у 73 человек. Изучать новые вирусы и не допускать их распространения. Доктор говорит, что твои лекарства мне помогают. Уверена, что серьезно? Если я подниму тревогу на ровном месте. Пока их доставят, будет поздно. Давай работать с тем, что есть. Спокойно. Нет, если что-то пойдет не так. Я не смогла ее спасти.